Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sniper Elite 3, и, в принципе, сейчас мы будем продолжать проходить эту игру. По идее... Вот давайте она. Послушаем сначала. Финишная прямая. Ну да, да, конечно. Завод ну, в принципе, я так и думал. Крыс, врезанные в скалы ущелья. Что это последняя Медес. Миссия? Странное место для танкового завода, но резкие перепады помогут прятать тела. Пора уничтожить крысу и весь завод. Нельзя, чтобы Рейх снова создал этот танк. По пути мне придется вывести из строя конвейер. Кстати, здесь есть несколько хороших позиций. А, ну, а потом, всегда. Когда все закончится, я покончу с Валеном раз и навсегда. Ну понятно, короче, сейчас все в этой миссии нам, походу, нужно сделать. Так, ну, в принципе, давайте уже сразу же начнем. Крысы. Крысы — это... танки такие просто нереально, какие-то мощные, походу тут один из них будет, посмотрим, что это за танк. А, нужно было другую пушку брать, нахрена нам вот этот гранатомет сейчас. Я, ну да ладно, может сейчас еще как-то изменим это все. Так, ну вот, тут уже походу есть, давайте... Пушка немцев у нас будет. То, что там патронов хоть что-то толком нету. Так, вот там, да, немец. Алло. На тебе. Патрончики. Ну, капут, горы тут, конечно. Так, о, тут уже куча немцев. Доберитесь до мостков в каньоне. Так, давайте же сразу же этого убьем. Куда нам нужно идти? Нам нужно переходить вот тут. Сейчас, давайте посмотрим. Мы тут находимся. Если... Нет, нам, походу, нужно вот в это здание заходить, так как тут есть проходы, и нам нужно... Первый проход не будем заходить. Нужно потом дальше пройти во второй проход. Понятно. Давайте пойдем. Вот так же сразу. Это он говорил? как он мог говорить, если он же мертвый? А, нет, или это... Да ладно. Вот так, элитные части. Охренеть, сколько тут всякой хрени не производят. Куда нам нужно? 100 метров, понятно. Зато уже есть хотя бы немного патронов вот этих. Ай. Да твою ж... Ох ты, конь. Запалил, выстрелил. Но всем пофиг, ребята, всем пофиг. Они там себе строят, варят и все такое. Ну ладно, в принципе, нам же лучше, что они нас не запалили. Нужно экономить патроны на пистолете, так как они, в принципе, не бесконечные. А еще людей, в принципе, как я думаю, еще много будет. Отлично. Этих поубивали. Еще вот этого нужно, то он тут... О! Ну, короче, он сам... Ой. Все. Ай, вот этот сейчас нас запалит. Нужно валить отсюда. Вот куча их там. Хрен его знает, как мы их сейчас всех убьем. Ай. Трансформатор. Уничтожил его, и вся линия накроется. Нет, там их просто нереальная куча. Не знаю, как их убить сейчас. Ай, я этого чуда даже не видел. Отлично, убили. Там еще куча людей сейчас идет, нужно их тоже поубивать. Вот твою ж... Так, и вот там еще наверху. О, этого вообще офигенно убили. Вот этого я не знаю. Этого тоже убили, а вот того мы не попадем, очень далеко. Так, вот этого тоже бы, конечно, нужно бы убить. Ай!
Нет, патроны нужно, конечно же, экономить. У нас уже почти что патронов нету. Ху. Во, все, отлично. Вот сейчас мы уже всех перебили. По идее. Уничтожить вся линия накроется. Так, нужно уничтожить вот этот трансформатор, да? Ну давайте. Патрончики есть тут где-то. О, это патроны. Отлично, патроны. Это можно. Туда можно войти в укрытие для стрельбы. Ха, отлично. Вот так. Уничтожили мы это. Охренеть, сколько там людей. Как бы туда это все забраться. Давайте мы его сделаем вот так. По идее, сюда тоже можно забраться. Да. Сейчас мы отсюда всех расстреляем. Вот так. Отлично. Сейчас пригнемся лучше. Этого убили. Сейчас еще одного. Где он там? Вылазь. Вылазь. О, отлично, все. Так. Кто где? Ах ты ж! Отлично. Отлично, все. Всех мы, можно сказать, поубивали. Сейчас давайте-ка вылечимся лучше. Нет, не всех мы поубивали, там еще есть. Это сейчас, походу, уже всех. Давайте пойдем. Нет, не всех. Так сколько вас там? Я не знаю, попаду ли я туда. Чувак там спрятался просто нереально. А, все, отлично, убили. Но там еще пара было, я видел. Этого убили. Еще бы вот этого, который там запрятался. Этого тоже мы убили. И там еще, походу, один был. И не только один. Да сколько вас там, ребята? Этого тоже убили. Этого тоже. Этого тоже. Вот того мы никак не попадем. Не, ну может попадем, но... А вот этого как попасть? Отлично. Так, ну что, давайте пойдемте дальше, патрончики. Нет, это не патроны. Так, охренеть, сколько вас там. Давайте сейчас туда. Выстрелим, когда они там будут все по центру. Нет, еще рано. Давайте, идите. Засада такая. Отлично. Отлично. Так, там... Где? Убили? Убили. Отлично. Все. Фу, сейчас... Чё там у нас? Охренеть. Ладно. Чуть себя не убили. Ну иди-ка ты сюда. И там еще один. Трансформаторы мы, походу, все взорвали. Так, давайте вот сюда. Где там? Где вот тот был, чтобы он нас сейчас не спалил?
Ух, там сколько их набежало. Этого мы хотя бы убили. Их там набежала куча. Отлично. Мы, в принципе, вот так только всех поубивали. Ух, это еще откуда? Вот там еще, еще. Ай! Ну иди ты сюда, что ты там? Все. Походу, давайте лучше все-таки вылечимся. Это еще кто-то может прийти да и убить. Так. Что тут у нас может быть? Патрончики. Давайте-ка мы лучше, куда нам нужно, туда наверх, да? Давайте тогда сразу же туда потопаем. Отлично. И что тут у нас? Заложить взрывчатку, да? Давайте сейчас тут проверим. Нет, тут нифига нету. Ну давайте. О, патроны. Или что это? Нет, это аптечки. Ну, в принципе, нормально. О, уже там бегут, идут. О, это даже не... Нужно было их убивать. Призрак пустыни. Человек, который в одиночку прорвался через Халфаю, пробрался в Сиву и сражался с тигром в Касарине и перерезал на Желине снабжение. Я ваш горячий поклонник. Мы из вами. Что за хрень? Очень похожи. Мы оба солдаты. Заряда не военные труженики. Да. Мы любим. Что-то нас заглючило. Все одновременно говорит. Ту работу. Мы не похожи. А, это вот тут взорвалось, да? Так, ладно. А сейчас что? Охренеть, вот это лаги. Че такое было? Давайте опять же сразу же так пробежим. А вот сейчас уже по-другому. Сейчас там уже немцы. Это, короче, мы что-то забагали вот то все. Походу все, всех убили. Вот сейчас уже можно, да? Да что ты... А, что-то заглючило нереально. Давайте это пропустим, это мы уже видели. Главное, чтобы опять не заглючило. Какое в жопу задание провалено? Вы что, ребята, сдурили вообще этими багами? Что за хрень? Вы в конец уже подурели. То есть я прохожу, выполнил задание, а мне пишет задание провалено. Вы что, вообще сдурели, что ли? Если еще раз такая хрень будет, то я уже даже не знаю. Там еще один был, вот он. Если опять такая хрень будет, ребят, я уже не знаю. Давайте пропустим. Какое в жопу задание провалено, может? Выполнено, вот, основное задание выполнено. Вот капут, ну хотя бы уже не глючит, сдуреть можно. Так, сейчас этих всех нужно опять валить, а у нас патронов нет. А, нет, есть, нормально.
заряды не причинят ему вреда. Но если подорвать опоры, может, я его убью. Ну ладно, пора покончить с этим монстром. Ни хрена себе танк! Ты чё это за хрень? Это не танк, это какой-то трансформер. Чё это за хрень? Как такой танк может быть возможным? Ну, фиг его знает. Не, ну в принципе, если так считать, у нас сейчас танки как бы в реальной жизни, да, там может в 2-3 раза больше, чем машина обычная, да, например. А вот тут этот танк, как хрен его знает что. Ладно, давайте побежим быстренько, да быстро хотя бы вот это все сделать, чтобы нас не запалили, быстро вот эти все заряды поставить, да и все. Что там потом нужно будет? Так, два заряда мы уже поставили. И там куча людей идет, да? Фу, хотя бы не запалили. Так, это еще откуда там чувак на нас наблюдал? Ох, нихрена себе, тут там куча всего. Так, ну что, давайте, куда нам нужно? О, вот туда наверх, ну, давайте туда. Ой, я даже этих не заметил как-то. Так, хотя бы вот так его убили. И вот так, отлично. Ну просто это не заметил, что там чуваки были. Отлично. И сейчас... Отлично, этих тоже мы убили. Сейчас я не знаю, куда идти. Ага. Походу еще выше нам нужно. Оу, чуваки, вы что так сразу выбежали? Кто там? Вот туда мы не дострелим? Давайте вот сюда, быстренько. Нам, походу, вот... Да, вот в той опоре нам нужно. Прямо туда пробегать, так быстро, чтобы нас не запалили. Быстро, быстро. Вроде никто не палит, хотя там куча людей, но все же это офигенно, что хотя бы никто не палит. Охренеть, танк будет вообще сдурить. О, кто тут приезжает? Заминируйте кресло. А как? Нам, короче, нужно сюда забраться, да, на нее вверх. А как нам туда забраться? Чтобы нас вот тот танк не запалил, потому что если нас запалит вот тот танк, сдурей. Походу здесь, да? Да. Так, этого давайте не будем стрелять, а давайте... Вот так. Нужно бы вот того убить, а то он там палит что-то. Давайте быстро, 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 быстро. Минируем. Пора уходить. Понятно, что пора уходить, но как уходить, куда уходить, покиньте ангар. Главное, чтобы опять нас не заметили, а давайте просто постараемся... Нет, все же заметил. Ну, это как бы автоматически, да, что тут работает система, что ты заминировал и начали типа палить, да, по идее. Даже если ты пробирайся так, что тебя не заметили. Ну, по идее, это так сделано, да? Но все же. Этого мы убили. Оу, это что еще такое? Охренеть, что он болит-то начал так? Что нам сейчас делать? Куда нам идти? Ну, походу, вот туда нужно идти так. Как мы туда пройдем? Повышенное звание.
этого убили. Там еще кто-то был. Я видел, кто-то там пробегал, но я не знаю, где он. У меня один патрон остался. Да вы что, прикалываетесь? И как? Что мне сейчас делать? С одним патроном? Вообще как бы без патрона. Это не очень офигенно. Что мне без патронов-то делать, ребята? С этой пукалкой, с этим оружием я никого не смогу убить. Там расстояние такое, что прям попадешь куда-то. Не знаю. Без патронов. Как-то не заметил, что у нас даже патронов нет. Да, у нас уже все валят. Ты такой голосной-то. Во. Как мне отсюда выбраться? Как мне отсюда выбраться? Все... Харе уже стрелять в меня. О, нет, короче, ребят, отсюда мы никак не выберемся. А, бежим. Может, там где-то патроны будут. Что же, вряд ли, мне кажется. Да откуда? Ладно. Что мне сейчас делать? Опять тут, да вы че... Патроны кончаются. Я в курсе. А где мне их найти, я тоже не представляю, если честно. Хотя, вот этого убьем, да. Этого тоже убьем. Если у нас не хватает патронов. У меня 10 патронов. 10 патронов это не очень, конечно, много. Давайте попытаемся обыскать. Нет. Нет. О, записка какая-то. Лучше бы, конечно, нам патроны какие-то дали. 10 патронов это вообще фигня. С 10 патронами толком нифига сделать-то не сможем. А, тут тоже вот патронов так, нету. Пора убираться. Так, ну что, заминировали мы опять. Так, валим отсюда. О, чувак там. Так. Если я туда пойду, да, меня вот та хрень запалит. Ох, ребят, я не знаю, куда мне идти, но вот туда мне нужно прямо пойти. Но вот то, что вот эта хрень запускается и начинает стрелять. Опять запалили, да как? Капут. Ну дайте мне хотя бы парочку патронов. 10 патронов. Да что мы с 10 патронами-то сделаем? Что мы с 10 патронами сделаем? Нафига? О, перестает стрелять, когда мы вот сюда добегаем. Ой. Ой.
Это пушка какая-то нереальная. Во, хотя бы так убили. И вот так убили. Давайте вот того нужно 100% убить. Где он? И не тратить много патронов. Твою ж мать. Говорю, не тратить много патронов, а трачу как... Давайте валим отсюда. Как можно быстрее. Чтобы нас хотя бы не... Ай, валим, 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 валим. Фу, свалили. Так, этого убили. Отлично, давайте попытаемся... И вот того бы еще нужно убить. И чтобы не тратить... Фу. Там еще один, походу, где-то. Походу, где-то вот тут. Или нет. Во, отлично. Фу, а вот сейчас что нам нужно делать? Позицию. А тут уже есть патроны. Да, тут уже есть. О, куда нам нужно попасть. А, сразу так же попали. И смотрим, что там. Охренеть. Мы с вами очень похожи. Помоги мне! Да. Я не похож на тебя. Я помню, кого убиваю. Ага, может. За один раз убиваешь по 100 человек и всех помнишь, да? Вот таких боссов, конечно, помнишь, но... Вален мертв, а крыса уничтожена. Но война еще не окончена. Есть еще много целей, заслуживающих пули. Людей, которые должны умереть. Пора найти работу. Все, конец. Или нет? Да. В принципе, ребята, прошли мы эту игру за 3-4 часа. А, что я хочу сказать, ну, в принципе, игра прикольная, но иногда немного непонятная, иногда скучная. Есть и баги, которые как забегали в лист, просто писала, что цель выполнена, да, задание выполнено, она заглючивала и писала, игра окончена, бред какой-то. И когда вот стреляешь ты с пистолета, и когда тебя обнаруживает, такое чувство, что он там на пару секунд теряет концентрацию, и ты стреляешь хоть, не знаю, прямо в голову, но он никак не попадает. Ну, это может задумка такая, что как бы не попадаешь, да, может оно баг какой-то, фиг его знает. В принципе, ребята, прошли мы эту игру, игра действительно такая нормальная. И что я хочу сказать, если вам, в принципе, нравится прохождение каких-то игр, если вы хотите, чтобы мы продолжали проходить какие-то игры, пишите в комментарии свои игры, как, например, какие вы игры любите, какие игры вы бы хотели, чтобы мы с вами проходили, если вы, конечно, хотите, чтобы мы проходили с вами игры. И, в принципе, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.